Вода – источник жизни на Земле. Учеными доказано, чтобы быть здоровым, нужно выпивать не менее 2 литра в день. Это помогает не только поддерживать водный баланс организма, но и очищает его. Ну а сколько выпивают литров в день южноуральцы? Давайте узнаем. Ну, 1,5, наверное. Я только молоко пью. Да-да, молоко. Молоко, да. Я пью по заражку, выпиваю. А это нет, воду не пью я. 2 литра стаканов, это, ну, стакан 10. Могу литр в день, могу чуть больше. Могу вообще весь день не пить, когда за работой. Ну, немного, ну, не больше литра, наверное. Обычно 1,5-2 литра для взрослого человека. 3 литра воды. Вообще воду специально не пью. Врачи утверждают, что правильный питьевой режим позволит вам забыть об усталости и чувствовать себя легко. Если хотите быть здоровыми, выпивайте с утра стакан воды.